Приморье прошли региональные соревнования «Лучший лесной пожарный 2023». Лесные пожарные, пожарные десантники и парашютисты участвовали в таких соревнованиях впервые. Состязания собрали более 20 человек из различных подразделений Приморской авиабазы. В программе есть как общефизические упражнения, такие как бег, подтягивание, отжимания, и специфические, такие как запуск бензопилы, преодоление преград с лесным огнетушителем весом 18 килограммов и сбивание мишени струей воды из гидропульта. Мы начали готовиться к этим соревнованиям еще в сентябре месяца прошлого года. Готовили полосу препятствий, лесопожарный полигон. А в этом году уже в теплое время года, в апреле-мае, дорабатывали здесь по территории учебного центра, готовили документы, готовили участников для того, чтобы получилось все организовано. Победителем стал сотрудник Спасской лесопожарной станции Александр Герасименко. Он будет представлять приморских лесных пожарных на федеральных соревнованиях, которые состоятся в сентябре в Московской области. Честно, нет, не рассчитывал, потому что у нас многие есть люди, которые хорошо это все делают. Ну, старался, выкладывался с полной силой. По словам руководителя Приморской авиабазы, такие соревнования в Приморье планируется проводить ежегодно. На основе первого опыта специалисты уже наметили план, что можно улучшить и усовершенствовать. Напомним, весной этого года в Приморье достигнуты существенные успехи в борьбе с природными пожарами. Это произошло благодаря как изменению подхода к борьбе с пожарами, так и мастерству самих лесных пожарных. Анна Дьякова, новости на Восьмом.